Волобуева Людмила Михайловна, заведующая кафедрой дошкольной педагогики, факультета дошкольной педагогики и психологии, кандидат педагогических наук. Я хочу рассказать о замечательном ученом Розе Семеновне Буре. Огромную жизнь прожила Роза Семеновна, и значительную часть ее посвящена детям и развитию идей дошкольной педагогики. Пришла она к нам на факультет уже сложившимся ученым после НИИ дошкольного воспитания АПН СССР и начала свою трудовую деятельность в 90-х годах, фактически начав осваивать новую для себя профессию преподавателя вуза. И за 20 с лишним лет, что проработала она у нас на факультете, она подготовила около 20 аспирантов, а всего она является научной мамой 27 аспирантов из разных городов и областей нашей страны и многих стран мира, и Мали, Бразилия, Португалия, Вьетнам и другие страны работают ее ученики, продолжая идеи Розы Семеновны Буре. Роза Семеновна – доктор педагогических наук, известный ученый в области трудового воспитания детей дошкольного возраста, социально-нравственного развития дошкольников. Ее труды известны многим ученым не только в нашей стране, но и в мире, а ее методическими пособиями до сих пор пользуются многие поколения воспитателей детских садов. Среди ее известных книг книга «Воспитатель и дети», монографии, посвященные вопросам трудового воспитания, социально-нравственного воспитания. Такие книги, как «Обучать и воспитывать одновременно детей», ее программа «Дружные ребята» подготовлена совместно ее аспирантами под ее редакцией. Роза Семеновна считала, что очень многое действительно может делать сам воспитатель. И именно на это была направлена вся ее деятельность. Именно поэтому аспирантами разработаны многие вопросы, связанные с формированием, как говорится, морального облика ребенка, того человека, который будет жить в сообществе сверстников. Проблемы общения детей между собой, общения взрослого и ребенка, состояние эмоционального благополучия, развитие самостоятельности, самооценки. Все эти вопросы тоже обсуждались в работах Буре. Она оставила нам в наследие свою книгу «Я и мои ученики», где очень бережно и внимательно рассказала о каждом своем аспиранте, о том, как сложился его жизненный путь. И даже по этой книге мы можем увидеть, как развивалась научная мысль самой Розы Семеновны. Ее заслуги оценены правительством, она является отличником народного просвещения и награждена медалью имени Ушинского. Предлагаем вам познакомиться с трудами Буре Розы Семеновны, которые хранятся в фондах библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. В книге рассказывается о результатах исследования процесса воспитания дошкольников на занятиях в детском саду. Автор анализирует организацию содержания занятий, а также пути совершенствования их воспитательных возможностей. В пособии раскрыты содержание и методика трудового воспитания детей дошкольного возраста, рассмотрены виды трудовой деятельности детей в городской и сельской местности, формы организации трудового воспитания в одновозрастных и разновозрастных группах.
приводится музыкальное приложение в помощь воспитателям по организации утренников на темы труда. В книге раскрывается методика воспитания у дошкольников интересов, нравственно-волевых качеств, гуманных чувств, культуры поведения и взаимоотношений в обществе сверстников. Авторы показывают значение благоприятного эмоционального климата, создания обстановки постоянной занятости и каждодневной радости в деле формирования личности ребенка. В книге рассматриваются вопросы подготовки ребенка к школе на занятиях в детском саду, формирование интереса к учебной деятельности, познавательной активности, нравственно-волевых качеств, навыков организованного поведения. Книга продолжает цикл пособий, отражающих работу сельского детского сада. В ней содержатся конкретные рекомендации по воспитанию детей в дошкольных учреждениях села. Особое внимание уделено организации, содержанию и методике работы в разновозрастной группе. В книге изложена методика воспитания у детей гуманности, гражданственности, патриотизма, эмоционально-положительного отношения к труду. На примерах из практики авторы показывают различные способы воздействия на детей во время занятий и при общении в быту. Первое издание вышло в 1980 году. Второе издание доработано с учетом новой программы воспитания и обучения в детском саду. Книга рекомендуется воспитателям детских садов, организаторам дошкольного воспитания. В пособии раскрываются методические рекомендации, направленные на воспитание у детей дошкольного возраста, нравственно-волевых качеств и доброжелательных взаимоотношений. Представлены типичные ситуации, развертывающиеся в процессе деятельности детей. Под руководством Розы Семеновны Буре была создана программа «Дружные ребята», направленная на формирование гуманных чувств и отношений у дошкольников. В монографии раскрываются теоретические основы социального становления личности дошкольника. Рассматривается состояние обсуждаемой проблемы в российской дошкольной педагогике на основе анализа исследований, проведенных во второй половине XX века и на современном этапе. Описываются средства и методы формирования у детей осознанного отношения к социальному окружению и нормам морали, воспитания гуманных чувств и отношений, а также нравственно-волевых качеств. В учебном пособии освещены проблемы системы трудового воспитания детей дошкольного возраста. Представлены средства формирования у них представлений о труде и формы организации деятельности детей. В пособии предлагаются вопросы к самопроверке и примерные конспекты занятий воспитателя по трудовому воспитанию. В книге раскрываются теоретические основы социального становления личности дошкольника, описываются средства и методы формирования у детей осознанного отношения к социальному окружению и нормам морали, воспитания гуманных чувств и отношений, а также нравственно-волевых качеств. Раскрываются педагогические условия, способствующие решению задач социально-нравственного воспитания дошкольников, приводятся примеры из опыта работы педагогов дошкольных образовательных учреждений. Роза Семеновна Буре – редактор и соавтор многих изданий, посвященных проблемам дошкольной педагогики. Статьи Розы Семеновны Буре активно публиковались в сборниках научных трудов и периодических изданиях. В общем, вся жизнь связана с дошкольной педагогикой, и, вслед за Сухомлинским, могу сказать, что сердце мое принадлежит детям. Об этом говорит и каждая строка моей статьи, книги или лекции. Роза Семеновна Буре. С перечнем работ Розы Семеновны Буре, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки.